уважаемые одесситы, у кого есть родственники, родные, близкие, друзья, товарищи, те люди, которые доверяют вам и вашей информации, дайте в Россию, у них нету, они зазомбированы там своим Соловьевым и своими средствами массовой информации, они полностью все извращают, они не верят в то, что происходит в Украине. Дайте им информацию вот о том, что здесь реально происходит, о том, что бомбят российские самолеты, бомбят мирные районы, уничтожают, бомбят школы. Вчера, ну скажем так, они тут пуляли по военной части, но рядом не попали двоечники, разбомбили районную больницу. Она находится в городе. Она находится в городе. Уничтожили районную больницу. Там лежали больные, у них сняла крышу, они сейчас вот эвакуировали, их там перевозили, кто-то стеклами там побило, их там поранило. Понимаете, это звери. Они творят зверство. Город Чернигов имеет 1300-летнюю историю. Послушайте, наши предки ни от кого не бегали. Это нужно четко понимать всем. Мы не собираемся никуда бежать. Мы будем стоять насмерть. У нас есть план А. У нас нет планов Б, В, С и Д. У нас нет других планов. Мы выстоим. Мы победим. Влад, держитесь. Одесса с вами. Одесса будет стоять за каждый клочок своего города, своей земли. И тоже не отступим ни на сантиметр. Игорь, спасибо огромное. Я тебя от имени одесситов от своего меня. Держись, друг. Спасибо. Держись, Харьков. Спасибо. Мы любим Харьков. Спасибо. И всегда будем, если смогли чем-то помочь, помогали бы и помогаем сегодня. Морально. И, конечно, нашими молитвами. Молитвами о том, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, Одесса. Спасибо, Геннадий. Спасибо большое. Спасибо.